Ребят, в конечном итоге отвратительно снимаются флизелиновые обои. Их невозможно просто снять чисто. Здесь все нужно потом дорабатывать. Показываю вам, как я дорабатываю вот это вот все. Ну, вдруг кому-то из вас тоже пригодится. Потому что это такое мучение вообще. За полтора часа я сделала вот здесь вот полстены. И вот здесь вот полстены. Все, полтора часа я провозилась, представляете? Это вообще... Это, конечно, очень долго. Вот так вот отвратительнейшим образом вот эти вот флизелиновые обои отрываются. Не знаю, мы уже, конечно, сами не рады, что решили еще и обои менять. Вот смотрите, это получается, что всю стену вновь нужно будет сдирать. Ужас, конечно. Вот эту бумагу, которая здесь остается, ее нужно хорошенечко намочить. Оставить буквально минутку на две, чтобы там вот эти вот все слои размягчились. И потом я убираю шпателем. Может быть, есть еще какие-то приспособления. И вот так вот, в общем, вот это все убирается. Это так долго. Плюс еще вот эта бумага не везде схватывается. Я не знаю, как там быстро все это вот делают. Но это на самом деле не быстро. И вообще муторно. Ну, в общем, продолжаю, покажу вам, что получится. Ну, вот я говорю, за полтора часа я уже измучилась здесь вся. И плюс вот этот вот еще выравниватель, витанит, или как это называется. В общем, это тоже вон сползает лучше, чем вот эта вот бумага. В общем, продолжаю, вам не буду тут слишком долго это все снимать одно и то же. Потом покажу, что получилось.